Это то, что у нас было до сих пор. А сейчас я хотел рассказать о том, что изменяется, если мы перейдем к соударению, например, протонов-протонов или тяжелых ионов. Так что следующий раздел будет особенности спектров. Особенно спектр из противоядных волновых спектр соударения. Ну, для начала вспомнил о том, что у нас было. Значит, это называлось у нас током перехода. Фактически это вершинный фактор между плоскими волнами начального и конечного состояния. Затем мы образовывали тензор перехода. Тензор перехода строился таким образом. Мы брали ток перехода, амплитуды, добавляли его ток перехода с отряженной амплитуды и, кроме того, суммировали по спиральностям конечных частиц, конечных электронов и усредняли, поэтому с коэффициентом 1/2, по спиральностям начальных частиц. В итоге получалось вот такой вот объект, шпур или трейс от этого вершинного фактора, доложенного на сопряженную, просуммированную. Фактически это было так. P плюс масса электрона, гамма ню, P штрих плюс масса электрона, гамма ню, где я ввел такое обозначение. То есть здесь встречается, вообще говоря, 4 гамма-матрицы. Это мы все успели успешно вычислить в свое время детально. Я повторяю, потому что нам важно понять, в каком месте произойдет переход к другим спектрам. И выглядело это таким образом. Это симметричный тензор, содержащий вот такую структуру. Так. Это одно слагаемое. А второе слагаемое было P плюс P штрих ню на P плюс P штрих ню. Используя тот факт, что P штрих есть P минус Q, мы должны его были переписать так. 2p минус q ню на 2p минус q ню. У нас в итоге образовалось два тензора, каждый из которых вот каким обладал свойством. Если я этот тензор доложу, сверну с импульсом фотона, то есть доложу на кумю или на куню, то получу ноль. Если я этот доложу на кумю или на куню, учитывая это соотношение, я тоже получу ноль. То есть, как и полагается, этот тензор, да, при доложении на кумю, давят в ноль. Так. Это у нас было для электрона, который мы считаем точечной частицей. Ну и после этого я еще напомню, что отсюда возникали спектры фотонов, которые выделили наш альфа-ноги, дорога на омега,
d² на q². И еще такая штука. Единица минус омега на 1 плюс омега в квадрате на 2m в квадрате минус m электронная в квадрате омега в квадрате на e в квадрат на q квадрат. Все. Это прошлое. А теперь давайте посмотрим, а что будет, когда мы перейдем к другим частицам. Самый простейший вариант, если мы станем рассматривать вместо электрона π-частицу, считая ее тоже точечной. Опять у нас будет пион с импульсом p начальный, пион с импульсом p' конечный, излучается виртуальный фотон. Все то, что было раньше. И единственное, что изменится, вот, скажем, нижний блок останется полностью тот же самый, а верхний заменится. Такие процессы тоже рассматриваются. И что в этом случае произойдет вместо вот этого вот объекта? Здесь по-прежнему будет стоять заряд и будет стоять ток перехода, но только он теперь уже ни от каких спинов частиц зависеть не будет, а будет включать в себя просто сумму p плюс p'μ. Ну а p плюс p'μ, это как мы уже знаем, это 2p минус μ. Это правильная структура, ортогональная в четырехмерном смысле q. И что получается? Получается, что когда я возьму теперь и построю тензор перехода, то никакого суммирования по спинам конечных, усреднения по спинам начальных частиц не нужно. А итог будет просто вот эта самая величина 2p минус q. 2p минус q минус r. То есть вместо полного набора, который был здесь, возник вот такой некий кусочек. Но это так будет, если мы считаем, что пион точечная частица. Но вот что касается электрона, то про него мы твердо знаем, что по крайней мере в первом приближении по константе связи по альфа эта частица точечная. Рассеивая же электроны на пионах и окольными опытами взаимодействия с пионом, каждый раз экспериментаторы убедились, что пион не точечная частица. Ну а если не точечная частица, значит здесь есть некоторая, вообще говоря, размазка. И тогда в дело вступает требование учесть эту размазку. Форм-факторы. Что такое форм-фактор? Давайте вспомним. Если я возьму обычную квантовую механику, да? И обычный электрон, то его потенциальная энергия E на R, где может быть положительным и отрицательным. А фурье-образ 4π на q квадрат. А что такое фурье-образ? Это наш потенциал между двумя волнами. Начальная волна и конечная, которая должна быть сопряжённой. Поэтому объем будет зависеть от разности p' минус p и имеет вот такой вот вид. Это для точечной частицы. Ну а если здесь есть некая размазка электрона, то есть есть некоторая плотность числа частиц в зависимости от r, то что изменится?
вместо этого фуриобраза возникли 4 b e на q квадрат на форм-фактор, ну, от модуля. То здесь чисто нелитийское рассмотрение, поэтому энергии начального и конечного электроны одинаковые, в ответ входит поэтому только модуль импульса трехмерного. Замечательно. А кто такой форм-фактор? Вы правильно сказали, что форм-фактор вообще говоря, да? Это есть Фурье образ. От плотности распределения зарядов. Возьмемте, к примеру, атом водорода, вытащим из него протон, оставим только электрон. Получим распределенный заряд. Его распределение хорошо известно, да? Это вот такая вот сферически симметричная функция, которая вот распадает, и характерное расстояние здесь порядка бортовского радиуса А, то есть порядка 10⁻⁸ сантиметра. Так. Ну а как выглядит форм-фактор такого распределения? Вообще говоря, его считали еще на третьем курсе. И ответ выглядит вот так вот. Единица на единицу плюс q квадрат а квадрат на 4 и еще все в квадрате. Вот такой вот форм-фактор. Если его нарисовать, и характерное падение будет происходить на величинах порядка единица на А. Ну, единица на А — это вот такая вот штука, 10⁻⁸ сантиметра. В энергетической шкале это будет соответствовать там каким-то малым энергиям. Вот все, что мы знаем про форм-факторы. Здесь тоже, когда, если пион размазан, возникнет форм-фактор пиона в самом переходе. Он будет уже от q квадрат. Да, я напомню, что мы вводили любезным экспериментатором обозначение. Вот такое. И он тоже должен падать. И характерная степень падения будет показывать, как именно размазан заряд вблизи начала координат. То есть характерный масштаб падения форм-фактора связан с характерной размазкой координатного представления. А здесь войдет квадрат этого форм-фактора. Вот. Но поскольку экспериментов, где наблюдалось бы процессы с виртуальным фотоном, порожденным пионом, вообще-то рассматривается, но непосредственно к тематике ЯФ отношения не имеет, то давайте мы теперь рассмотрим, а что изменится, если здесь будет протон. Здесь снова возникнет спиральности. В начале и в конце будет протон. Вот теперь уже все станет немножечко хитрее. Хитрость будет заключаться в следующем.
В этом случае, значит, мы должны будем записать эту структуру более сложную, с учетом того, что протон имеет тоже размазку. Но поскольку это частица со спиновыми состояниями, то тут возникает не один, а два форм-фактора. Возникает так называемый электрический форм-фактор, который неплохо описывается в следующей функции. Обратите внимание, структура примерно такая же, как и в атоме водорода. Разница только существенна в чем? Что характерное расстояние, которое порядок единицы, наверное, столько, будет совсем-совсем другие, чем это было в атоме водорода. Ну, точнее, в электронном облаке от атома водорода, где атома не было. А согласно эксперименту, R с нуликом примерно 0,71 г в квадрате. Так что это означает, что это расстояние порядка 10⁻⁰ сантиметра. Я вам напомню, что единица на г с хорошей степенью точности 2⁻⁰ сантиметра. Вот так вот. Кроме того, есть еще и магнитный форм-фактор. Так. Который неплохо описывается такой формулой. Так. Магнитный момент протона на единицу плюс q квадрат на то же самое с ноликом в квадрате. В данном случае магнитный момент протона, измеряемый в ядерных магнитонах, это безразмерная величина. 2,79. И еще штук 12 знаков, которые в эксперименте известны. Хорошо. Так вот, структура теперь окажется следующей. Вместо того, что было у пиона, здесь возникнет вещь, аналогичная электрону, состоящая тоже из двух кусков. Каждый из которых умножается на некую комбинацию из этих форм-факторов. Ну, комбинации эти такие. Здесь. Вот. При этом множителе как раз ходит магнитный форм-фактор в квадрате. А при этом множителе будет более гнусная комбинация. Она состоит из квадрата магнитного форм-фактора, того же самого q квадрат, плюс q квадрат на учрежденную массу протона в квадрате на... Нет, извините, здесь электрический. Здесь магнитный форм-фактор квадрат. И еще это все деленное на единица плюс q квадрат на 4 массу протона квадрат. Вот теперь образовался такой довольно сложный и хитрый объект. Такими двумя добавленными функциями. После этого
принципе, все остальное повторяется. Это повторение выглядит следующим образом. Вот это у нас было выражение для числа эквивалентных фотонов электрона. Если мы его преобразуем вот таким вот образом, объединим два этих слагаемых, вынесем общим множитель единица минус омега в линия. От первого слагаемого останется единица. Что останется от второго? Посмотрите, что останется. Масса электрона в квадрате. Дальше. Омега в квадрате. Дальше. Е в квадрате. А вот этот вот вынесенный множитель уйдет в знаменатель. Так. Ну, а это слагаемое останется так, как и было. Если посмотреть на вот это выражение, то здесь войдет Е на Е минус омега, то есть Е на Е штрих. А это не что иное, как Q квадрат минимальная. Так вот, для протонных пучков соответствующих выглядит так. Конечно, будет то же самое. Сначала. Но вот эти два слагаемых будут по-разному домножены на вот те комбинации, которые имелись в тензоре перехода. А именно, вот первое слагаемое, единица минус омега на Е, где Е в данном случае энергия протона, дальше единица минус У квадрат минимальная на У квадрат. И вот эта вся штука домножится на вот такой блок. Так. Давайте я вам назову D от Q квадрат. Значит, это помножится на D от Q квадрат. А последнее слагаемое помножится на вот этот блок. Ну вот, это и есть самое главное отличие, которые возникают, но они носят принципиальный характер. Почему? Если, к примеру, речь ведется об рождении тяжелых частиц, ну каких? Например,
Здесь может быть освобождение гамма-гамма, от которого рождается другой плюс, другой минус. Что в этом случае? В этом случае блок, соответствующий вот этой структуре, падает с ростом виртуальности одного или другого фотона при значениях q квадрат порядка массы W или даже больше. Это очень большая величина. Когда мы рассматриваем процессы типа гамма-гамма-омега, да, то мы знаем, что соответствующая параметр лямбда порядка инвариантной массы мю-мю-пары. Если эту мю-мю пару отлавливают, то ее, как правило, отлавливают центральным детектором, который имеет достаточно суровый порог. То есть там инвариантная масса пары должна быть достаточно большой. Это инвариантная масса? Это квадрат импульса. Если я возьму импульс мю плюс миона, импульс мю минус миона, все это в квадрате, это и будет квадрат инвариантной массы пары. Конечно, он же равен сумме четырех импульсов исходных фотона. И тогда возникает следующее замечательное обстоятельство. Смотрите. Блок, лучше я скажу, вот такой вот блок, соударение виртуальных фотонов начинает изменяться, конкретно уменьшаться, падать, только когда инвариантная масса достигает больших величин. А вот эти вот дополнительные слагаемые, дополнительные множители, которые связаны со структурой протона, с тем, что протон это размазанный заряд, да? Они падают гораздо быстрее при q квадрат на уровне меньше g квадратного. И значит, при интегрировании по q квадрат основной клад будет происходить в области небольших значений q квадрат. А при небольших значениях q квадрат этот или этот блок может браться на массовой поверхности. Это означает, что там приближение эквивалентных фотонов только подправленное с учетом вот этих вот самых форм-факторов. Вот это приближение должно работать очень даже неплохо. Ну, в настоящее время протон-протонные соединения работают в основном, конечно, на физику, связанную с рождением хиггсовских бозонов, с поисками суперсимметричных частиц, которые до сих пор неудачны, ну и, по крайней мере, неуспешны, и так далее. Тем не менее, обсуждается программа двухфотонных процессов на протон-протонных соударениях LHC. Большим адептом этой программы является Петушковский. Я эту фамилию упоминал, когда рассказывал вам про МД-эффект, эффект ограничения прицельных параметров, который был обнаружен здесь, в Яфе. А Петушковский как раз его зарегистрировал на ускорителе Гера, соударение электрон-протонное. Да. Поскольку именно наша команда предсказала результат этого эксперимента, и он действительно неплохо совпал с предсказаниями, мы с ним давно установили хорошие связи. И вот его группа интенсивно лоббирует вопрос о том, что хорошо бы развести двухфотонную физику
на встречных протон-протонных пучках. Но вот вопрос, а что это должна быть за физика? А проблема в том, что действует примерно так, как действовали на встречных Е плюс Е минус в пучках. А как действует на встречных Е плюс и минус в большей степени? Почти не удается в основных экспериментах отлавливать рассеянные электроны и позитроны, если нет специальной системы регистрации рассеянных электронов, та, которой есть некоторая изюминка ВП4М. А тогда нужно отлавливать рожденные частицы, разбираться в их кинематике, отбирать те события, которые нам кажутся двухфотонными. А как они отбираются? По суммарному поперечному импульсу, который должен быть мал, и чтобы все это укладывалось на зависимость типа единицы на k поперечное в квадрате, где k поперечное в квадрате суммарный поперечный импульс. Вот так вот можно действовать. Но так действовать на встречных протонных пучках очень даже маловероятно. Просто по той причине, что на небольших поперечных импульсах все-таки основные события связаны с сильным взаимодействием. Там рождается жуткое количество частиц, которые, величина которых заметно отличается от набора и так далее, от того, что будет в двухфотонных процессах. Я уже упоминал, что, скажем, на ВП4, если мы собираем двухфотонное событие из интервала, скажем, от 3 до 10 ГЭВ, то соответствующая гамма-гамма-светимость представляет всего 1/3% от светимости Е плюс и минус. А светимость Е плюс и минус здесь на уровне 10^32 в желаемом проекте. Да? В реальности заметно меньше. Совсем другая ситуация имеет место быть на встречных протон-протонных пучках. Посмотрите, что дают конкретные расчеты, взятые мной из докладов группы Пятшковского. Он говорит следующее. Вообще-то, когда соударяются протоны, то соответствующая инвариантная масса этих протонов в новом ране, который будет делан, должна доходить до 14 000 гигаэлектронвольт, то есть до 14 ТЭВ. Рассмотрим двухфотонные события с инвариантной массой больше 23 ТЭВ. Ну, от 23 ТЭВ и там до посинения. Что в этом случае? Оказывается, в этом случае светимость гамма-гамма-соударения будет составлять примерно 1% от светимости ВП. Это, в общем, не так уж отличается от того, что есть у нас здесь, да? Ну, скажем, здесь мы говорили про 1/3%, там 1%. Но все-таки здесь мы говорим, начинается с 3 ГЭВ, а тут с 23 ГЭВ. Существенная разница. И еще существенная разница. Здесь у нас электронная светимость на уровне 10^33, а там электронная светимость на уровне 10^34. И поэтому это все оказывается на уровне 10^32 единица на сантиметр в квадрате в секунду. То есть в NFC светимость, собранная с такого интервала, оказывается больше, чем не плюс, не минус светимость здесь у нас, на встречных электрон-позитронных пучках. А если же взять совсем большие, следующий вариант, будем отбирать события с инвариантной массой больше 225. Да. Домашняя светимость будет представлять себе уже 1/1000 от длительности ВП, но это все еще будет, на наш взгляд, очень приличная
на уровне 10-31. Все это, конечно, хорошо и здорово. Вопрос только в том, как эти события отбирать. Реалистическая надежда связана со следующим. Давайте будем регистрировать рассеянные протоны. То есть, будем отбирать события, где непременно есть один и второй рассеянный протон. Будем их детектировать. И будем смотреть, что вблизи этих протонов по быстротам практически ничего нету. Тогда можно с уверенностью говорить, что это будут двухфотонные процессы. Но вопрос, а как это делать? Ну, а делать это можно так. Это предложение. Значит, первое. Есть точка встречи. Значит, наших пучков, ну я условно так нарисую, они летают в разных кольцах вдруг, где-то здесь они встречаются, и потом вот этот рассеянный протон летит в трубе, а эта труба где-то там удали закругляется. Вместе с ней закругляются и обычные протоны, летающие по кольцу. Но протон, который потерял некоторое количество энергии, будет отклонен от этого направления. Если здесь конкретное предложение сводится к тому, чтобы на расстоянии 220 метров от точки встречи поставить детектор рассеянных частиц, причем отклонения от центра пучка ожидаются совсем небольшие, на уровне нескольких миллиметров. Тем не менее, да, это именно так. Тем не менее, техника, как называемый Руман Поц, римских вершок, позволяет зарегистрировать эти протоны. И те, которые отклонятся и попадут в этот детектор по расчетам, должны иметь потерю. А потеря это и есть излученный фотон на уровне от 120 до 900 Г. То есть двухфотонное событие, где один из фотонов располагается вот в этом интервале, будут уламливаться, ну а если 120 Гц с одной стороны, то вообще по Тео с одной стороны, до Тео с другой стороны, это, конечно, уже будет очень круто, там можно будет рождать и рублевые позвоны и так далее. Проблема только в том, что по мере того, как мы увеличиваем энергию фотона, соответствующая светимость существенно падает. И кроме того, есть ситуация, которая соответствует более мягким фотонам. Для того, чтобы эти фотоны были более мягкие, ну скажем, у которых энергия будет ниже, чем 120, да? От 20 до 120 Г. Это значит, что протон с энергией 7 ТЭФ потерял вот такое относительно небольшое значение своей энергии. На расстоянии 220 метров он не успеет отклониться. Кроме этого, так называемый very forward детектор, можно поставить very, very forward. На расстоянии 420 метров. И вот там эти вот слабо отклоненные протоны тоже будут улавливаться. Вот такая вот интересная конструкция.
которая прорабатывалась, ну, в том смысле, что делались Монте-Карло расчеты, моделирование, что в принципе все это реалистично. Вопрос, конечно, только в том, что на первом этапе это не сделано. Что сейчас происходит? Сейчас происходит обсуждение такой возможности, ее обсчет и как-то добывание денег. Так что вот это то, что связано с двухфотонной физикой на встречных ПП-пучках. Ну, давайте сделаем перерыв небольшой. Всех спектров аквивалентных фотонов в рассеянии, в соударениях ядер. В соударениях ядер речь идет о соударении, ну, если я возьму LHC, что нас сейчас больше всего интересует, это ядро свинца, сталкивается с ядром свинца, вот длинная доля времени, которая была посвящена несколько сеансов уже до этого, это ядро ядерное соударение, значит, соответствующее Z равняется 82. Ну, а лучше говорить уже не об энергии ядер, а об их Лоренц-факторе. Значит, Лоренц-фактор одного ядра, Лоренц-фактор другого ядра. И это то, что было, это примерно 1500. А сейчас дойдет до 3000. Ну, а кроме того, есть старые эксперименты на Брукхевенском ускорителе РИК, где сталкивается золото, это 79 заряд, значит, Z соответственно 79, а Лоренц-фактор примерно 100, ну там 100-108, вот такой вот фактор. Да, обратите внимание, что соударяется золото, да? И когда я был в Брукхевенской лаборатории, я обратил внимание, что для экскурсий, которые там проводятся, а там действительно они очень сильно пропагандируют свою работу, там регулярно бывают экскурсии школьников и обычных людей. Привлекательным является не только сама лаборатория, но еще всякое окружение. Так вот, там есть специальное пояснение, что хотя мы используем пучки заряженных ядер золота, но общий расход золота чрезвычайно мал. Мы не наживаемся за счет налогоплательщиков. Так, как выглядит картинка в этом случае? Собственно, здесь происходит соударение ядер, причем которых мы говорим о ней фактически со спином нулевым, но зато здесь гораздо более хитрая структура, более рыхлая, состоящая из протонов и нейтронов. И ответ выглядит в виде двух таких же примерно комбинаций, но существенная разница заключается в том, что вот эта слагаемая имеет величину порядка μ ядра на квадрате, на форм-фактор ядра. А вот эта слагаемая имеет гораздо более суровую молекулу. Z квадрат на форм-фактор ядра в квадрате. Вот. И с этой точки зрения практически во всех экспериментах, во всех расчетах эту штуку
когда здесь мы имеем Ришны Ногнатин 82 в квадрате, да, можно выбросить. И тогда весь спектр будет выглядеть таким образом, где здесь войдет лишний множитель z квадрат, так? И форм-фактор ядра от q квадрата. С форм-фактором ядра ситуация такая. Вообще-то распределение ядерной материи как функции расстояния достаточно хорошо проверено, промерено и так далее. И выглядит оно примерно так. Сначала идет почти постоянное распределение, потом в районе так называемого радиуса ядра оно довольно быстро в узкой области опускается почти до нуля и дальше падает очень бодро. Имея такое распределение, можно найти форм-фактор ядра. Он будет довольно хитрый, выглядит примерно так. Да. Он выглядит как-то, ладно, я потом, может быть, его покажу подробнее, но он выглядит следующим образом. Значит, начинается он нормированного на единицу, а дальше, давайте я форм-фактор в квадрате нарисовать, а дальше здесь идут еще некоторые колебания, ну и первый максимум, первый минор, примерно на расстоянии единицы на f квадрате. Дальше идут колебания. Иногда его очень неплохо, этот форм-фактор ядра, да, аппроксимирует точно так же, как GE или GM. То есть в виде степенного падения. Но на самом деле расчеты показывают, что чтобы достичь некоторых точностей, лучше пользоваться реально известным и хорошо описываемым распределением. А важно следующее, что размеры ядра, вот этих ядер, о которых мы идем речь, достаточно малые. Это порядка 6-7 фемтометров. Да. Но это означает, что соответствующий масштаб упадку, то есть единица на L, примерно 30 м. В свою очередь, это означает очень серьезное изменение по сравнению с тем, что было протон-протонное соударение. Посмотрите. Теперь при интегрировании по q квадрат основная область интегрирования будет заключаться вот в этой вот небольшой области. Так что если даже мы имеем мюоны с инвариантной массой 3-4 гэва, то мы должны сравнивать между собой q квадрат порядка лямбда квадрат, который есть инвариантная масса гамма-гамма системы. Вот в том примере, который я говорю, 3-4 гэва в квадрате. По сравнению с величиной единица на L в квадрате, что есть не что иное, как примерно 1/30 гэва в квадрате. Это означает, что в этой области блок гамма-гамма-мюоны можно рассматриваться с хорошей степенью точности на массовой поверхности, с очень приличной точностью.
Важно только, чтобы спектры фотонов использовались вот в таком правильном виде, с хорошей зависимостью форм-фактором. Ну и какие здесь есть возможности? Из-за того, что у нас происходит обрезание, вот все-таки при таких малых значениях импульсов возникает следующее неприятное обстоятельство. Когда я интегрирую вот это выражение, то, конечно, у меня все q-квадраты должны быть меньше, чем q-квадрат минимальная. q-квадрат минимальная в нашем случае это будет m протонов в квадрате, омега, на e протона, на e протона минус омега. Поскольку омега, мы сейчас потом убедимся, должно быть величиной маленькой, то здесь я могу этой омега пренебречь. И тогда у меня получится, что q квадрат минимальная, это просто есть омега, деленная на гамму протона в квадрате. Масса протона на энергию протона. Но вот эта вот величина q квадрат минимальная, да? Как только она начинает превосходить значение единицы на r, так число экивалентных фотонов начинает быстро падать за счет этого очень неприятного множителя. Это означает, что эта величина должна быть меньше, чем единица на r в квадрате. К сожалению, это означает, что энергия эквивалентного фотона должна быть меньше, чем гамма протона, деленная на r. А что это такое? Давайте прикинем. Ну, возьмем LHC в современном моде. Да. Здесь будет гамма протона в 3000, а единица на r это 1/30 бела. Да? То есть получается на уровне 100 грамм. Это все-таки приличная величина. А вот на Рите где всего гамма-фактор сотни, когда мы его разделим на 30, то получим около 3 Г. То есть на такой большой машине, как РИК, где сталкиваются ядра сумасшедшей энергии, представляющие многие сотни ТЭФ, каждая, да? Фотоны могут рождаться эффективно только в области энергии меньше 3 Г. Ну а LHC другое дело. В LHC действительно могут рождаться фотоны вот такого сорта. При солнцеварении нам можно наблюдать рождение и Хиггсовского бозона в принципе, и пар W плюс W минус, и другие разнообразные экзотические процессы. Теперь, какова светимость того, что при этом получается? Да, давайте прикинем. Прикинуть можно следующим, совсем-совсем грубым способом. Нужно взять светимость ядра в ядерном солнцеварении и
умножить на соответствующее произведение чисел эквивалентных фотонов. Но каждый фотон имеет дополнительный множитель z в квадрате, то есть будет z четвертое, и дополнительный множитель альфа, альфа в квадрате. Ну, единицу на пи я не учитываю, поскольку на самом деле здесь еще будут какие-то логарифмы набегут. Может быть, они даже начнут превосходить. Но что мы здесь имеем? Здесь получается вполне неплохая штука. А именно, дело в том, что z на альфа это величина порядка 0,6. А тут еще имеется дополнительный z в квадрате, ppaa. z в квадрате это что-то такое, 64, 80 в квадрате, 6400, 26 в квадрате, это там примерно 0,36. И получается, что-то на уровне несколько раз, два, три, ну примерно 3-4 порядка лишний множитель. Так. Это очень здорово и хорошо. Но немножечко нехорошо, что светимость ядро-ядерных соотношений небольшая. Дело в том, что нельзя устроить очень большую плотность ядер. Из-за того, что они имеют большой заряд, они отталкиваются, чисто кулоновское отталкивание приводит к тому, что пучки получаются не слишком плотными. Эта светимость всего-навсего на уровне 10 плюс 27 единица на сантиметр в квадрате в секунду. То есть на 7 порядков меньше, чем ПП с удалением. Но общий итог, который при этом получается, что такое 10.30, 10.31. Очень даже неплохая светимость для этой науки. Так что, в принципе, обсуждаются самые разные возможности. И первый из них, про который я говорил, это возможность, связанная с использованием духотонного рождения миона для мониторирования светимости. Другая возможность, ну, это смотреть разнообразные другие процессы, в том числе там просчитаны пока что, например, вероятность рождения W+W- пар хиггсовских бозонов и так далее. Ну и последнее, что мне хотелось рассказать, это немножечко рассказать о том, что в соударениях ядер могут встречаться такие необычные процессы, о которых в обычных условиях люди не задумываются. Но тем не менее эти необычные процессы приходят в голову экспериментаторам, могут иметь вполне, ну, я бы сказал, важное значение, если не с точки зрения физики, то с точки зрения рождения, с точки зрения работы ускорителя. Ну, например, процесс Ландау-Липшица, то есть ядро плюс ядро рождается дополнительно еще электрон-позитронная пара. Процесс этот описывается той самой диаграммой, с которой мы начинали. Сталкиваются ядра, да, рождается электронные и позитроны. Угланом приближения этот процесс был рассчитан еще Ландау-Липшицем в 1934 году, но нас интересует вопрос
А сколько это в конкретных условиях, например, LHC? Да. Так вот, я хочу сказать, на LHC сечение этого процесса Манвал-Лихольца, да, порядка 200, вот вопрос чего, миллибар, бар, нет, он порядка 200 килобар. Я напомню, что бар, 1 бар, это 10 минус 24 квадратного сантиметра. В то время как мы здесь боремся со всякими нанобарнами, да, в лучшем случае миллибарнами, например, для тормозного излучения. Там речь идет о сотнях килобаров. Совершенно сумасшедшее число. Замечательно. На первый взгляд это должен быть жуткий фон. Но дело в том, что энергия всех этих электронов и позитронов меньше для порядка энергии гамма-ядра на массу электрона. То есть какие-то жалкие майлы по сравнению с сотней дэра-электрон-вольт у каждого ядра. Это означает, что когда рождаются такие пары, ядро практически этого не замечает. Оно почти не теряет свою энергию, почти не отклоняется от направления, и родивший такую пару, ядро, это и второе, продолжает оставаться внутри пучка и циркулировать не выбывая. А если электрон ядром будет захвачен? Что? Если электрон будет ядром захвачен, они же будут выбывать из пучка? Совершенно другая ситуация возникает. Совершенно правильно. Ситуация, когда, естественно, только электрон, потому что ядро положительное, да? Если электрон будет захвачен, тогда возникает совсем другая картинка. Значит, скажем, позитрон вылетает, а электрон захватывается ядром, и вместо ядра уже получается что? Здесь у нас был, например, плюс 82, а здесь будет плюс 82, плюс электрон. Это что такое? Водородоподобный ион. Заряд его будет 81. Это означает очень существенное изменение поведения этого иона. Магнитное поле на него будет воздействовать уже силой в проценты меньшее. И такой ион немедленно выводит из пучка. Конечно, сечение этого процесса гораздо меньше. Вот сечение с захватом порядка 100 баллов. То есть существенно меньше, чем то. Но зато оно существенно страшнее. Более того, поскольку это сечение достаточно большое, то это один из главных процессов, который определяет время жизни пучка, стало быть, и светимость. Поэтому есть желание такой процесс как-то пощупать не только теоретически, но и экспериментально. Есть еще одно неприятное обстоятельство, которое, вы знаете, оно было осознано только тогда, когда начали первые опыты в Брукхевене. Ну, смотрите, ядро захватывает электрон. Энергия электрона совершенно тьфу. Что это означает? Что ни импульс, ни энергия ядра не изменилась. Изменился только заряд. И что это означает? Значит, большое количество водородоподобных ионов, абсолютно моноэнергетических, летят в одну и ту же площадку и бьют по ней. И стало быть, что при этом происходит?
При этом происходит нормально разогревание той площадки, куда эти ионы попадают. И вот когда это было осознано, да, экспериментаторы жутко забеспокоились. Первые расчеты были какие-то не слишком точные по порядку величины, но все-таки, когда начали делать эксперимент, выяснилось, что с этой точки зрения ничего особенно хитрого не произошло. Действительно, какая-то там тепловая энергия выкладывается, но она недостаточна для того, чтобы что сделать. Боялись того, что разогревание стенок, в том числе дипольных магнитов, приведет к нарушению режима сверхпроводимости. А там сверхпроводящие магниты. Это вообще кошмар полный. Так что на Брукхевене, на ускорителе РИК, это оказалось несерьезной проблемой. Когда начали работать на LHC, снова все просчитывали, уже с некоторым опытом. И там даже проводились первые измерения вот этих вылетающих ионов. Очень грубые, но они дали качественное согласие с теорией. И, в общем-то, поток энергии оказался некритичным. Однако в настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы увеличить существенно энергию этих самых исходных ядер и особенно светимость увеличить, то есть число ядер. И тогда уже встанет проблема такие серьезные. Среди прочего, например, ее хотят решать, например, таким образом. В том месте, куда должен бить этот пучок, ставить нечто, что приводило бы к распушению. Чтобы он не плотным потоком, а распушенным удалял. Вот такая вот картинка. Теперь экспериментаторы обсуждали возможность прямого измерения этого процесса. А как это возможно? Дело в том, что, конечно, можно попробовать измерять рассеянный водородоподобный ион. Такое возможно. Но чтобы быть уверенным, что он произошел из этой реакции, нужно еще зарегистрировать и позитрон. А позитрон можно зарегистрировать только если он вылетает в основной детектор. Главный вклад вот в это свечение дают такие события, когда захватившее ядро продолжает двигаться, как оно двигалось, а позитрон вылетает вдоль направления этого ядра, например, и летит вдоль его направления с очень небольшим поперечным импульсом. Центральный же детектор может поймать позитрон, когда его энергия превосходит там несколько сотен мэв, ну скажем, самое лучшее 50 мэв. Там от этого свечения остается малая часть, но зато там экспериментально можно наблюдать. Итак, наблюдать с ударением, на совпадение ион, вылетающий в детектор, передний, и позитрон, одновременно попадающий в центральный детектор. Вот для этого случая оказалось, что расчетов нет. И группа АЛИС, которая занимается тяжелыми ионами, прежде всего, как раз просила нас сосчитать это сечение. И выяснилось, что там действительно, если порог регистрации будет на уровне 50 мэв, то вполне большой окажется число событий, способные ими зарегистрировать. А вот дальше у этих экспериментаторов, как известно, аппетит приходит во время еды. И это было все в 2012 году. Я делал такие расчеты. А в 2013 году Райнер Шикер, который всем этим занимался, сказал: а не могли бы вы рассчитать сечение рождения двух пар с захватом? Первое, что я сказал: вы понимаете, что когда я от рождения без захвата перехожу к рождению с захватом, теряется три порядка. Если теперь вместо одной пары вы захотите ловить две пары,
вы потеряете там 3, 4, 5 порядков. А мне в ответ сказали, ничего подобного. Потому что у нас будет совсем другая постановка задачи. А постановка задачи будет совсем-совсем другая. Летит одно ядро. Второе ядро. Вот, например. Это ядро испускает электрон-позитронную пару. Вообще, с удалением, точнее, да? И здешний электрон захватывается. Итак, мы имеем водородоподобный ион с зарядом плюс 81. А позитрон пускай летит туда, куда ему нравится, а именно под очень малым углом. Мы его регистрировать не будем. Но на этом дело не кончается. Могло произойти рождение еще одной пары. Но на этот раз электрон захватится вторым ядром. Здесь тоже будет. А позитрон пускай летит куда ему хочется. А как же вы будете регистрировать, разбираться с фоном? А мы будем на совпадение смотреть. Не верьте, верьте события. И вот тогда все это должно совершенно спокойно вылезти из-под фона. Ну и когда мы начали рассчитывать этот процесс, так. Вообще-то это интересная, конечно, картина. В старшем приближении он содержит Альфа-14. Вот. И как выяснилось, после возились мы с этим почти год, потому что здесь возможны точные расчеты, но у главного нашего расчетчика никак эти данные не сходились. Наконец он, да. Я попробовал сделать очень грубую оценку. И она показывала, что там должно рождаться в час 40 тысяч событий. Вот. Что выяснилось, что выглядело очень даже хорошо и немножко неправдоподобно. И только потом, когда мои грубые расчеты совпали с точным счетом, с точностью до 20%, это было какое-то совершенно удивительное явление. Но в общем, оказалось, что да, действительно, при ожидаемой светимости число таких событий должно быть на уровне 40 тысяч событий в час. Это просто к вопросу о том, какие любопытные задачи возникают в соударениях тяжелых ионов. Ну хорошо, на этом мы обзор всего того, что относится к теории соударения двухатомных, закончили. И дальше я предполагаю рассказать следующее. Дальше мы уже попробуем посмотреть не только с кошку связано с этой диаграммой, а вот с теоретическими аспектами, связанными с описанием процесса гамма-гамма, прежде всего, конечно, гамма-гамма-водроны. Вот. И небольшой обзор имеющихся экспериментов. Это все уже будет тот кусок, который на самом деле в конспекте не обрисован, поскольку это такой живой обзор имеющихся данных и теорий. Ну ладно, на этом мы тогда пока закончим.